Впервые об изменениях облика Камского побережья стало известно в марте этого года. Тогда корпорация туризма РФ совместно с правительством Республики Татарстан включила Лаишево в список перспективных территорий для развития туризма. Проект курорта на берегу Куйбышевского водохранилища накануне презентовали на конференции по туристическому развитию Татарстана. В настоящий момент в Казани будет реализован проект такого большого храма в Лаишевском районе. Это очень обширная функциональная программа, которая заложена Республикой Татарстан. Предполагает большую территорию к освоению и уже к существующим объектам, которые там расположены. Конечно же, функциональная программа очень обширная и интересная. И можно заметить, каким образом это влияет на развитие туристических особенностей Татарстана. Согласно разработанному Туризм РФ проекту, благоустроена территория будет достигать 311 гектаров. В данный момент разработчики устанавливают сотрудничество с местными инвесторами. Выдвигаются предложения по объектам, которые смогут расположиться на преображенной местности. Я предполагаю, наверное, мне так кажется, что, вероятно, это станет одним из таких крупнейших центров реализации. И в Татарстане огромное количество очень красивых мест, которые можно будет также использовать для подобного рода объектов. Туристические модели только Республики Татарстан очень популярны и активны, и сейчас развиваются. План предусматривает несколько гостиниц, рестораны, глэмпинги, а также специально оборудованную гавань для яхт. Также отдельной инновацией затронут поселок Семрук, построенный для съемок сериала «Зулиха открывает глаза». Туристов ждут всесезонные развлечения внутри кинодекораций. Валерия Гарнышева, Александр Кузнецов, Универньюз.